Всем привет, ребят! Ну что, у нас есть новости по поводу обновления на Тайване. Завтра будет обновление, и есть уже текст по поводу обновы. Добавили на форум, что нас ожидает. Сейчас я его открою и переведу вам. Ну а с вас, как обычно, жирный лайкос и подписка, кто не подписан, поставили колокольчик и ждите завтра уже кучу обзорчиков. Такс, поехали. Новый герой. Ну, никто даже не сомневался, что нас добавят нового героя. Даже не одного, а два. Первый герой у нас божественная героиня, навык Дева Крови. Ну, не знаю, навык Девы Крови, Дева Крови, Кровавая Мэри, уже никто ничему не удивляется. В описании трансформируется, обезоруживает и не может атаковать, снижает уровень критического удара окружающих врагов. То есть понижает крит, входит в форму трансформации, после наносит несколько последовательных базовых атак. Тема восстановления с кулдауна. Увеличивает скорость атаки при трансформации, игнорирует максимальный урон. То есть она будет иметь ограничение. Форма морфа длится в течение нескольких секунд. Герой не восприимчив к оглашению, тишине, эффектом снижения энергии, стихийным бедствием, уменьшает получаемый урон, в то же время восстанавливает свой собственный запас здоровья. Блин, ну я не знаю, опять у нас получается интересная героиня, ну не знаю, скорее всего героиня. Наверное, скорее всего, она будет донатная. Поехали посмотрим второго героя, Морозную Косу. Не знаю, что это будет. Какую-то нам, наверное, добавят, скорее всего, сосульку. Сосредоточьтесь на себе, нанесите базовую атаку урона вражеским целям в перекрестном секторе. То есть, по сути, будет как этот свален, что ли. Увеличьте всех дружественных героев мощность атаки и скорость атаки. То есть увеличение силы и скорости атаки, обеспечивает щит каждые секунды неуязвимым в течение следующих секунд, невосприимчиво к оглушению, заморозке, окаменению, запутыванию, рассеивается. Герой уменьшает уклонение всех ближайших вражественных юнитов. Ну, не знаю, интересно. Мне кажется, скорее всего, что он будет уклонение. Скорее всего, что он будет бездонатным. Вот святая богиня будет донатная. Потому что у нее больше неуязов, плюс отхил. Не знаю. Поехали дальше. Новый талант. Блин, и тут я понимаю, что такое новый талант. Ну, я думаю, вы все понимаете, что такое новый талант. Это печаль. Они уже ввели в прошлой обнове нам новый талант, который внес, ну, просто дикий дисбаланс и неубиваемость определенных героев. Что мы имеем в итоге? Непонятно, куда движется игра, и непонятно, что они делают. Ну, поехали дальше, почитаем описание. Увеличивает здоровье и сопротивление критическому удару. Ну, сопротивление криту, честно говоря, такое себе. В то же время уменьшает лечебный эффект окружающих вражественных героев, как недомогание. То есть, по сути, дебафный талант, сопротивление криту, фигня, увеличивание здоровья. Ну, вопрос, сколько здоровья, конечно, будет добавлять, но в любом случае, он, если будет добавлять как стойкость, то можно будет некоторым героям его ставить. Уменьшение отхила тоже очень круто. Ну, не знаю, посмотрим. С талантом такое. Самое главное, что нету никаких неуязов. Вот это самое основное. То есть, такой средненький талант, который заменит, думаю, некоторые
таланты, которые мы качали. Ну, это такое. Добавлены навыки Horncrux. Умение Ghost Power. Описание срабатывает при атаке героя случайным образом. Обеспечивает вражеских героев и связывает на их секунд. Способность Крестража игнорирует скрытый эффект. Скорее всего, новая чарка. Срабатывает при атаке героя случайным образом. Запечатывает вражеских героев. Ну, блин, скорее всего. Игнорирует время охлаждения, игнорирует скрытый эффект. То есть она против Ронина, что ли, получается? Новая чарка. Офигеть. Запечатывает вражеских героев. Скорее всего, накидывает молчанку и связывание. Кома и молчанка, что ли. Ну, в принципе, интересно. Не знаю, что на это сказать, но вопрос в том, что она, как она, какой будет кулдаун. Если кулдаун будет большой, то такое себе. Молчанка, как вы знаете, снимается очень легко. Поехали дальше. Новый суперпитомец. Заклинатель БК. Или мутант БК. Кровожадное наказание. Каждая секунда наносит питомцу базовую атаку. Каждый секунд наносит питомцу базовую атаку. Урон любому вражескому герою, окружающим вражеским героям, увеличивает урон, получаемый этими героями. Дебафный, в общем. В общем, дебафный очередной суперпэт. Увеличивает урон окружающим вражеским. Блин, ну не знаю, очередной, походу, кайфовый суперпэт, который будет понижать деф. Блин, ну не знаю, интересно. Так, скины героев. На новых героев скины, на старых нифига не добавляют, это уже задрало. Вот почему нельзя добавить скины на старых героев? В чем проблема? Вот я не понимаю, что им так сложно сделать и реально добавить. Чисто штампуют для новых героев все. Задрали уже. 10 новых испытаний и добавлено L10 уровень. То есть это уровни добавлены в линии обороны новые. Это, в принципе, интересно. Завтра будем проверять. Тоже там интересно. Если они, опять же, его сразу запустят, скорее всего, запустят после 6 или после 7 МСК. Ну... Не знаю. Честно, пока не знаю. Поехали дальше. Добавьте монстры, улучшите эффект производства, запасы синего кристалла, кристальных рудниках и гривенных отряд. Обогатите содержание товара среди торговцев на черном рынке. Lost Realm. Это, по-моему, если я не ошибаюсь, это КБшка, наверное. Это не Запределье. Lost Land. Да, это КБшка. Добавьте монстров и улучшите. Ну, короче, улучшение плюх с КБшки, это, в принципе, однозначно плюс. Для тех, кто, опять же, фармит. Ну, самое интересное у нас, сейчас мы дальше будем читать. Ну, что я могу так вкратце сказать? Два героя, ну, такие непонятные. Первый, конечно, наверное, будет донатный, второй вообще непонятный. Новый талант, ну, судя по описанию, средненький пока что. Чарка интересная в зависимости от кулдауна. Суперпэт топовый. Ну, как обычно, суперпитомцы все топовые. Испытания посмотрим. Улучшение однозначно плюс. А теперь самое интересное. Исправление максимальное здоровье нападения. Ненормальная суперпозиция и душу рафинирования, чтобы сохранить навык талант оригинального рассказа с изменениями дополнительных аномальных предметов. Небольшое увеличение было следующим образом. Сухня, ух, разума, пожиратель бога грома, роза войны. Странно. Хочу какие-то реально изменения. Посмотрим по героям. Что за изменения, не знаю. Сплит, талант сплит. Посмотрим. Супер питомец, крокодил храброго духа. Ну, крокодил.
Суперпэт тоже что-то поменяли. Оптимизация игрового процесса и линии защиты героя. Добавлены подсказки маршрута монстра. Действие настроено на 7 дней. Ну, честно скажу, это херня. Оптимизация интерфейса таланта. Вот это интересно, что это будет за оптимизация такая. Корректировка тиски командного нападения и защиты. Ну, говоря, это... Внедрение импичмента нового президента в Альянс. Это, скорее всего, по поводу битвы гильдий. И все? И все? Это вся обнова? Это все, что вы нам хотели сказать? Где изменения, которых мы все ждем? Что это за хрень? Ну вот реально, я жду изменений по поводу таланта, по поводу героев, которых вы ввели, а не добавление новых каких-то итемов и талантов. Где, блядь, вот где изменения? Чего вы целый месяц делали? Я понимаю, Новый год, но чем вы там занимаетесь? Вот с того, что я вижу, вот эти вот изменения, вот мне больше всего интересует вот про героев, что они тут поменяли на них. Крокодил, талант и все. Линия обороны, там все остальное, это чисто такие локации, которые проходятся на изи, в принципе. И ничего интересного они не дают. Там, ну, возможно, нового героя там будем собирать. Ну и все. Меня интересует больше изменения, потому что ну, ввели им балластный талант. Атаку фортов тоже не делают. В общем, не знаю, ребят. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите завтра видосиков. Всем удачи, всем пока.